Пожалуйста, первая собака, номер 22. Что? Сюда. На схват. Спасибо, поставьте, пожалуйста. Ой, это показ. Я отхожу. Юля, смотри. Я отхожу. Поставить общее впечатление о собаке. Стоп. Угу. Давай. Дорога. Да нет. Перед тем, как начать давать, ты говори команду. Стоп. Да. Хорошо. Угу. Да. Пожалуйста, по кругу. По кругу, по кругу, пожалуйста. Тихо. Не отходит. Либо побольше, либо поменьше темп. Она все время находит. Поменьше? Остановись. И резко сохрани. Отлично. Вот. Окей. И находит. Мне либо бежать, либо идти пешком. Я говорю. То есть либо ну, как, побольше темп, либо поменьше. Сразу, Юля, разворачивайся. Вот он хочет, ради бога. Класс. Класс. Скорее всего, эксперт сам подойдет, если он увидит, что как-то вот я хочу, да? Скорее всего, он подойдет, посмотрит с другой стороны. Встаем либо спереди, либо сзади, да. И ручку расслабляем. Старался. Ну, хорошо. Пожалуйста, зубы. Садись. Сидеть. Сиди. Ларс, зубы покажем. Угу. Пожалуйста, дай мне. Ну, хорошо. Хорошо, спасибо. Поставь. Стой. Стой. Артик. Вставай, давай. Под живот. Вставай. Угу. Когда как бы, мануальный осмотр эксперт производит, не обязательно, в общем-то, прям какой-то корректный стойк. То есть сейчас вот. Нет. Я приближаюсь. Я заканчиваю осмотр. Эксперт этого говорить не будет. Будет явно видно, что он заканчивает осмотр. Угу. Оцените стойку. Юль. Стойку оцените. Угу. Все отлично. Пожалуйста, по кругу. Два круга, пожалуйста. Достаточно. Вот туда встаем, да? А
Нет, заканчиваете движение, то есть вот где вас застало слово достаточно, да, там и останавливаетесь, в общем-то. Вот. Хочешь присоединиться к нам? Третьим конкурентам. А, ну ладно. Третьим конкурентам. Снимайте, там выходит. Так, собак, стойки держим. Класс. Стой. Стой. Чуть-чуть, я под руки откорректирую ему чуть-чуть. Он сам уже. Стой, класс. Здесь. Стой. Собак у вас полно вообще. Да. Ты все понял? Пожалуйста, вместе, вместе, одновременно два круга. Следи внимательно, то есть он, потому что Арсюша скачет, да. Чуть отдернули его, он большей частью скачет. Пожалуйста, в стойке. Стой. Юля, подставился. Вот, тут так. Юля решила к нам присоединиться все-таки. Ну вот считаем, что у нас собака за рингом нас отвлекает. Держим собак в стойках. Юль, встаньте, как, поставьте как добермана, я говорил, да? О. Сейчас, иди к нам пока сюда. Прям к нам иди, он в стойках обе стоят. Я сейчас выйду, меня блин. На секундочку. Вот считайте, у нас кто-то мешает за рингом нам. Ага. Лас, лас. Юль, Юль, не надо. Вот в ринге как будто лас, лас. Нет, да? Вот он нормально, пусть он так стоит, хотя бы как-то. Спасибо, достаточно. Так.